Необычный храм в не совсем обычном поселке. В церковь во имя мучениц царицы Александры и великой княгини Елисаветы в Богословке приходят помолиться не только местные жители, но и прихожане из Пензы. Арт-поместье «Новые берега» – один из проектов, реализуемый некоммерческой организацией «Квартал Луи», рассчитан на включение в активную жизнь молодых людей с инвалидностью. Поэтому и в храме здесь созданы все необходимые условия для их удобства. Частые гости здесь и люди с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в поместье, и родители с детьми-инвалидами. Храм назван в честь мученицы Александры и Елизаветы. Это вот идея нашего владыки была. Елизаветинских храмов есть. А это вот ее сестра Александра Федоровна, тоже царица, тоже мученица. То есть частичка мощей Елизаветы Федоровны. Так как у нас храм в поместье, одно из таких задач было не просто целый храм, да, просто пришли помолились, а чтобы они еще, жители, резиденты, участвовали максимально в богослужении. Тактильные рельефные иконы, низкие подсвечники с песком, отсутствие порогов внутри здания. Проходы по храму выделены в особые цветовые зоны. И это далеко не полный перечень требований к социальным объектам, которые должны стать доступны для всех желающих, в том числе маломобильных. С целью включения таких людей в жизнь общества и полноценного их участия в церковной жизни, в арт-поместье «Новые берега» прошел двухдневный практикум создания доступной среды и оказания ситуационной помощи маломобильным гражданам, организованной Пензенской епархией и синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви совместно с кварталом Луи. Открывая мероприятие, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отметил, что пока наши храмы не часто заполняются людьми с ограниченными возможностями здоровья, и в процентном соотношении на богослужениях их не очень много. Но задача сделать храмы доступными для всех стоит и перед общественностью, и перед церковью. Для того, чтобы создать вот эту комфортную среду для маломобильных людей, чтобы они имели возможность всегда доступа и к церкви, и к общественным заведениям, и чтобы, так скажем, вот решение этих проблем ложилось не только на общину того или иного храма. Потому что иногда, ставя этот вопрос в, так скажем, перечень не вполне первостепенных, часто вообще это забывается. И, собственно говоря, что и является препятствием для людей с ограниченными возможностями попасть именно в тот храм, куда они хотят, а не в тот, где для этого имеются только возможности. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы в наших приходах везде были созданы такие условия, чтобы люди легко могли попадать в храм, независимо от того, кто они и какие возможности имеют или не имеют эти возможности. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя работа, конференция будет плодотворной для всех нас, чтобы мы поняли вот все те наши возможности, которые мы можем использовать для создания такой доступной среды. По мнению владыки, благодаря проведению сегодняшнего практикума, кто-то, возможно, даже впервые задумается и поставит перед собой вопросы, которые раньше казались неактуальными. Не подошли, не спросили, не, так скажем, не пожаловались на то, что невозможно попасть в храм. Ну и мы и не знаем этой проблемы. А вот я думаю, что вот именно эта конференция даст нам возможность задуматься над этими проблемами. И, может быть, не просто только доступа в храм, а и доступа к святыням, к, так скажем, аналоям, к иконам и прочего-прочего, что находится в храме, что, может быть, для среднестатистического человека вполне нормой является, а вот человека с ограниченными возможностями совершенно является недоступным и невозможным. И что закрывает ему путь в храм. Примеры взаимодействия государственных, церковных и общественных организаций в создании доступной среды в епархиях привела руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Вероника Леонтьева. Данная тема сложно воспринимается в церковной среде. Ее, как правило, отодвигают, как сказал уже владыка, на периферии церковной деятельности, часто мотивируя высокой стоимости установки архитектурных элементов строящихся храмов или перестройки уже имеющихся храмов и непонимание вообще, для чего это необходимо. Следующий слайд. Они задумываются и реализуют ее часто только те приходы, которые имеют церковные социальные проекты, связанные с помощью детям или взрослым людям с инвалидностью. И, как правило, священники таких проектов, они не обладают какими-то большими финансовыми ресурсами, но у них есть понимание необходимости обустройства доступных
собственности храмов для своих особых прихожан. Вероника Викторовна пояснила, что согласно официальным документам, маломобильные граждане – это не только инвалиды, но и люди с временными ограничениями, те, кто сломал руку или ногу, мамы с детскими колясками и просто пожилые люди, которых в наших храмах год от года становится все больше. Обустройство пространства для всех этих людей имеет большое значение, гораздо важнее, чем для любого среднестатистического человека. Однако и последний будет рад, если при входе в храм он сможет справиться с тяжелой дверью или присесть отдохнуть на скамейку. На улице. При этом Вероника Леонтьева подчеркнула, что доступность храма не измеряется только архитектурной составляющей. Сюда же входит удобство путей движения, обеспечение транспортной и пешеходной доступности и оказание ситуационной помощи в храмах подготовленными специалистами. Доцент кафедры маркетинга, коммерция, сфера обслуживания ПГУ Светлана Зинченко рассказала собравшимся о развитии инклюзивного туризма, отметив, что в число инклюзивных туристов в Европе сегодня входят не только инвалиды и люди элегантного возраста, но даже не владеющие иностранными языками, так как определенные их проблемы также приходится решать в индивидуальном порядке. По словам Светланы Зинченко, на сегодняшний день в России в отпуск каждый год отправляются порядка 88% людей с инвалидностью, а половина опрошенных граждан с ограниченными возможностями здоровья заявляют о том, что могли бы путешествовать и чаще при условии создания для них доступной среды. Для того, чтобы создать потоки инклюзивных туристов, да, у нас есть определенные ресурсы для этого на нашей территории. Во-первых, у нас есть организации, которые ведут активную деятельность в инклюзии, и в частности оно «Квартал Луи», который уже сейчас создает инклюзивные туристские потоки. К нам люди с инвалидностью приезжают с разными целями, и с образовательными, и с событийными целями, и с экскурсионно-познавательными. То есть вот у нас уже такой поток людей есть. У нас есть средства размещения, где мы можем поселить людей с инвалидностью единовременно на 24 койку места – дом Вероники, то есть у нас такое присутствует. И это проблема многих городов, а вот у нас такая роскошь в настоящее время есть. Пензенская область могла бы стать пилотным регионом по развитию инклюзивного туризма. Такое мнение высказал главный методолог «Квартала Луи» Александр Лушников. А вообще наша организация с проектами по инклюзивному туризму столкнулась в 2018 году, когда у нас установилось сотрудничество с кафедрой, вот, которую представляет Светлана Владимировна. И в 2018 году мы реализовали такой проект «Культура без границ». Он состоял в том, чтобы тех, кто у нас проживали тогда в доме Вероники и в доме на Березовском, в домах для проживания людей с инвалидностью, их растормошить и сделать для них туристические маршруты. И вот такие пробные выезды были сделаны по территории Пензенской области. И уже тогда было намечено участниками, что, так скажем, доступно, а что требует исправления. По словам председателя отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии протоиерея Александра Горшенева, благодаря площадкам для проживания и адаптации людей с ограниченными возможностями, созданными на базе квартала Луи, в том числе при поддержке епархии, отчуждение инвалидов в обществе стало проявляться все меньше. В Пензенской епархии возводятся новые храмы с учетом современных требований. К доступности, там, где перестройка невозможна, появляются пандусы и подъемники. Но в строящий Спасский кафедральный собор, там подъемники существуют. Мы завтра убедимся, когда будем осуществлять осмотр храма. Также храм святителя Митрофана Воронежского, пандус, Свято-Троицкий женский монастырь, храм святого благоверного князя Александра Невского, город Каменка, там заканчивают строительные работы. Храм трех святителей. Отец Александр привел в пример священнослужителей, совершающих таинство на жестовом языке, а также специальное оборудование, в том числе адаптированные для незрячих молитвословы, ширмы для исповеди глухонемых, специальные молебные литургии для категорий граждан, требующих особых условий и индивидуального подхода. Член рабочей группы по созданию безбарьерной городской среды Минстроя России Сергей Чистый поделился с собравшимися примерами удачной адаптации храмов, как памятников архитектуры, так и вновь построенных, и подчеркнул, что в данном вопросе необходимо обращаться к профессионалам. Сказать, для того, чтобы храмы были доступные, я столкнулся не только среди священнослужителей, а я очень много занимаюсь проектированием доступной среды в храмах в составе большого архитектурного бюро и с негативным
в негативной оценке со стороны священников проектной работы. Вы представляете, вот, причем это разного уровня, разного ранга. Но есть какое-то убеждение, что вот я тут сейчас книжечку посмотрю, там мне тут два слова расскажут, и я сделаю это, не получится. Вот сколько мы не обследовали храмов, сколько мы монастырей ездили, которые прямо вот показательно делаются. Но не бывает. У пандуса порядка там 37-40 уже характеристик, про которые надо не забыть. Каждый из них, как устав боевой службы, был основан на каком-то опыте, печальном или непечальном. В рамках семинара-практикума для священнослужителей, студентов семинарии и социальных работников был организован тренинг по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Выпускница квартала Луи Елена Трошина призналась, что когда-то не могла ни сидеть, ни нормально двигаться. Девушке нужна была постоянная помощь. Все Маши говорили, ну куда ты ее берешь, у тебя ничего не получится. Через 2 недели обратно привезешь. Вот. Но так получилось, что когда мной стали заниматься, то есть я там стала проходить реабилитации, так получилось, что у меня стало все лучше и лучше получаться. И сейчас самое главное достижение – то, что я живу самостоятельной жизнью совершенно одна в квартире. То есть у меня нет каких-то помощников. Слава Богу, из-за пандемии можно заказать доставку продуктов и изготовить совершенно сама. Но не готовить ничего я не могла. Все, значит, начиналось с квартала Луи, что называется. Квартал Луи помог развиваться не только ей, но и многим другим ребятам. А сегодня в рамках проекта уже она рассказывает гостям о том, как правильно помочь человеку на коляске. Что нужно первое сделать? Здравствуйте. Спросить, нужна ли мне помощь? Здравствуйте, вам нужна помощь? Боком привести? Да. То есть у нас длинный? Да. Сплошной? Что? Да. Боком или прямо? Прямо. Да. Смотрите, вот вы правильно делаете. Я уже возьму. Вам ничего объяснять не нужно. По мнению Елены, она уже не человек с ограниченными, но с безграничными возможностями. Что особенно остро, девушка почувствовала во время прыжка с парашютом, после которого у нее родились стихотворные строки. Прыгала с 4000 метров. Ну, конечно, с инструктором. Ощущение полета, созерцание небес. Облака, как перина, я коснулась чудес. Небо, края не видно, тишина и покой. Ощущение такое, что вернулась домой. А вы знаете, люди, в небе нет суеты. Я теперь поняла, не боюсь высоты. Сергей не тотально слепой человек, но почти ничего не видит. После потери зрения он перенес 7 хирургических операций. Но к желаемому результату они не привели. С прежней жизнью пришлось попрощаться. Пришлось уйти с работы, где я трудился. Круг моих друзей очень сильно сократился, круг родных, но почему-то они решили, что теперь общего у нас быть ничего не может. С девушкой, с которой мы жили на тот момент, пришлось расстаться. Ну и, как бывает у большинства людей, началась депрессия. Нежелание принимать себя таким, нежелание жить так, ну и все, что вытекает из этого. Просто в какой-то момент я начал себя ловить на мысли, что ведь я еще живой, но я дышу, хожу. Значит, что-то надо делать, нельзя останавливаться. И первое, что я сделал, я поехал на реабилитацию в Подмосковье, в город Волоколамск. Сегодня Сергей курирует отдельные направления в проекте «Квартал Луи». Работает с молодежью и, так же, как и Лена, участвует в тренингах, призванных сформировать толерантное отношение к людям с инвалидностью. Присаживайтесь. Вот тут мешочек. Мешочек. Надо посчитать сумму. Да, когда досчитаешь, просто скажи, все. И мальчик пока не снимает. Хорошо. Вы знаете, когда мы проводим такие тренинги, мне бы хотелось, чтобы от этого был какой-то толк. И вот в следующий раз, когда вы будете где-то гулять, либо просто проходить, вы, может быть, увидите незрячего человека. И вспомните сегодняшнюю нашу встречу.
И мне бы хотелось, чтобы в каждом из вас проснулось вот это чувство помочь. Ну, предложить хотя бы помощь. И вот я хочу, чтобы эта помощь оказывалась все-таки правильной. Чтобы, когда вы помогали, было комфортно и вам, и человеку, которому вы помогаете. Сергей подчеркнул, что помощь нужно предлагать грамотно. Вот. Все-таки как-то это сделать корректно. Поздоровались. Дальше что? Предложить помощь. Особенно это актуально для больших городов. Вот смотрите. Стоит человек в метро. Он, может быть, кого-то ждет. Может быть, он пришел чуть раньше и так далее. Подъезжает поезд, открывается дверь вагона, и наши довольные граждане, да, начинают его то толкать, а он туда не хочет. И, естественно, он туда не хотя, упирается в трость. В трость упирается. Вот он упирается, а его толкают. В этот момент трость ломается, и он остается дезориентированным. И тот, кто его тащил, и так затолкает. Да? Тот, кто его заталкивал, до дома доедет. Как быть ему? Вопрос. Второй день работы участники практикума также посвятили актуальным проблемам доступности для маломобильных граждан храмов города. Начали с экскурсии по возрожденному первохраму Пензы, Спасскому кафедральному собору. Практически уже все внутреннее убранство, кроме росписи, готово. Делали все это. Само внутреннее убранство – это московская фирма «Царьград», руководитель Трофимов, делали. Паникодилы, паникодилы, все сделано с эксклюзивным проектом, только здесь такой больше нигде нет. Гости региона отметили благолепие собора и попутно оценили доступность первохрама для людей с ограничениями. Величественный храм производит впечатление мощной доминанты, я думаю, что города Пензы, и, наверное, он будет притягивать к себе людей и как духовные доминанты в первую очередь, и как архитектурная доминанта, то есть вам есть чем гордиться, это прекрасный собор. При этом Вероника Леонтьева отметила, что обращать внимание на необходимые архитектурные элементы важно уже на этапе постройки или реконструкции храма. А если в случае даже там невозможности каких-то вот технических решений, есть решение по оказанию помощи людям с инвалидностью, она называется ситуационная помощь, когда обученные специалисты могут правильно закатить коляску в храм, не повредив себе спину и не уронив человека с инвалидностью, или правильно сопроводить незрячего человека с тем, чтобы, опять же, да, не нарушалась его безопасность, чтобы он не упал по дороге и так далее. То есть все это уже есть, этот опыт накоплен, мы, в общем-то, его как бы хотим передать другим людям и, в свою очередь, получить тот опыт, который есть в епархии. Например, в вашей епархии есть колоссальный опыт за счет вот этих церковно-общественных проектов по помощи работе с инвалидами, которые у вас есть, кварталы, дом Вероники, вчера мы были в деревне Новые Берега. Это проекты всероссийского масштаба. Поэтому у вас есть уже тоже ваши эксперты, люди с инвалидностью. Да? Они здесь называются эксперты опыта. То есть те люди, которые сами могут подсказать, как им удобнее. И, конечно, с ними нужно тоже взаимодействовать. В последний день практикума рабочая группа совместно с экспертами из Москвы посетила также храм святителя Митрофана Воронежского. Завершилось мероприятие за круглым столом в арт-холле «Квартал Луи», где обсудили возможности исправления типовых ошибок и дальнейшей адаптации храмов для маломобильных граждан, организации богослужений с их участием, а также вопросы методического обеспечения работы клириков и социальных работников на приходах.